Нас болел. Дорогие друзья, вот он, решающий момент сегодняшнего шоу. Давайте посмотрим на итоговую таблицу. На первом месте Дима Билан и Елена Бережная, и Юлия Савичева и Жером Бланшар. Ну а на последнем, 9-м месте, к моему сожалению, Виктор Логинов и Оксана Казакова. Ребята, я за вас болел, и мне кажется, что с самого начала вот какая-то была взята такая нота, что вот Оксана талантливая, а вот Виктор ей достался какой-то не такой. Я хотел бы сказать, что каждый раз, когда мы выходили на этот великолепный звездный лед, мы танцевали прежде всего друг для друга. А сегодня танцевали для наших близких, родственников, для друзей, для Олега, для Ольги, для наших семей, которые смотрят нас по телевизору. И ни в коем случае наше вдохновение, которое жило в наших сердцах каждый из номеров, оно на самом деле не предназначалось для жюри. Друзья мои, вы можете еще вернуться благодаря нашим телезрителям. И через 2 недели у вас появится такой шанс. Пожалуйста, запомните номер пары Виктор Логинов и Оксана Казакова. Какой у вас номер? 2. Правильно, 2 номер. И если вам нравится именно пара номер 2, не забывайте проголосовать за них. Следите за нашими эфирами. Все мои поклонники, я призываю вас, младенцы, дети, школьники, женщины, мужчины, бабушки и дедушки, верните Казакову и Логинову на проект. Я не сомневаюсь, Виктор и Оксана, что аплодисменты нашей аудитории звучат для вас не в последний раз. Вы их услышите и порадуетесь еще много-много раз. Спасибо большое. Спасибо, Вить. Спасибо, Оксана. Спасибо.